Друзья, всем приветик! Сегодня на ужин решила я пожарить вот такую молоденькую картошечку. Она мелкая. Я ее намыла, начистила, на 5 минут поставила, вскипятила в солененькой водичке. Вот, и буду жарить во фритюре. Разогревается фритюрница. И буду ее обжаривать прямо вот с кожурой, как есть. Далее я ее посолю, поперчу. И у меня есть для картофеля специальная специя. Чуть-чуть посыплю для аромата. А после картошечки уже нажарю курицу. Я купила сегодня 2 курочки, разделила на куски, на части, и буду жарить курочку во фритюре. Маринуется у меня она пока, буду жарить картошечку. Картошка одна партия готова, заложила вторую партию жариться. Я добавила уже специи, подсолила немножечко ее. И хочу вам ножничками показать, как она сверху она хрустящая, румяненькая. А внутри она вот самую большую картошку разрежу. Вот аж лопает, мягенькая. Вот такая вот картошечка, как пюрешечка. А сверху она вот румяненькая, хрустященькая. Кожица вся обжарилась. Буду жарить потом курицу.